Продолжаем, но я хочу кое-что изменить в начале. Надо дать инструменты и проапгрейдить броньку на переносимый вес. Вот. Что сейчас будем делать? Вот у себя бомжи, да, что у тебя, наверное, денег нет, да? 3 косаря, слушай. Сейчас не те деньги подниму, погоди. Так, вот тебе раз. Но птички могу вот эти тебе скинуть. Угу. Так. Как еще можно деньги поднять? Какой-нибудь из артов продать. Но нарты по малому берет курсу. Невыгодно. А, во, антирады. Я ими вообще не пользуюсь. Изи, 3 косаря. Теперь точно хватит денег на апгрейд. Добегаем до ремонтника и улучшаем броньку на вес. 715 всего. Ага. Так. Тут ничего. Тут минус вес. Так. А, тут ничего не надо. Крепление глушителя. Так, тут ничего не грейдит. Тонкая работа. А, погоди. Я по поводу инструментов для тонкой, пожалуйста. Нет, я все-таки порежу броник. Он не так нормально бегает. Мне это не надо. Угу. Ну и удобность. Пожалуй. Все, хватит. О, плюс 10 кг. Изи. А, не, стоять. Оп. Че лагаем? Че мне... Чего? Почему лагало? Не знаю. А, я хотел же на тут этот сходить. А было тогда сначала туда идти. Сейчас я хочу пойти вот на завод Росток. Вот это вот. И найти в X14 путь. Выкрасть документы. Вот это хотел все сделать. О, там кто-то сдох. На это подземелье. Может, арк будет. Какой-нибудь. Из-за пояса работал бы детектор, было бы классно. Я тогда тут искал, идти найти не мог. Сейчас что-то метка стоит, но сейчас найду. Вот он. Ну такое. Если только продать сейчас кому-нибудь. А, вон там парень сидит, пердит. Пойду ему продам. Итак, что скажешь? А, ну все хорошо. Собака поганая. Говорится, она не хочет. Может, ты все-таки выговоришь, а? Нет, не хочет. Надо было с ним сразу торговать. Да я думаю, у него денег не было. Уже вроде как бежал. Вот там еще деньги есть.
Ну ладно, пойду сразу на переход. Так, там двое. Я их обещу, может, тайник выпадет. Ведь них как бы ничего не надо, в принципе. Кроме энергетика. Зачем пистолет взял? Опа! А вон он! Бегаем нахрен отсюда. Нет. Хрен тебе. Да, опять контролер. Уйди отсюда. Энергетик пьем. Переносим весь плюс 5 кг. Да, плюс 5 кг. Топ плюс 10. Вражины. Где кто? Вон он. Их дерево помешалось. Ладно. Ничего, этого тоже, наверное, будет ничего. Я сейчас умру, альбом. Не надо так. А, он загрелся на кабанчиков. Ни хрена ты мощный. Опа, здорово. Так, воды пусть и бегают, и пусть ко мне бежит. Где-то за 1200 то продам это ухо.
Найти X14 и выкрасть тут документы. Ага. Поговорить с местными. Хорошо. Туман вообще не к делу. Хотя и светит нормально. Так, давай с тобой поболтаем. Чего вы хотели? Да нет, что вы тут делаете? Это большая тайна. Кстати, я рекомендую вас ходить к командиру долго в деревню, прежде чем разгуливать в окрестностях завода. Хорошо, спасибо. Ничего. Ты тоже ничего. О, ты что-то пердишь, свистишь. Ты вообще бомж какой-то. Я, кстати... Что вы тут делаете? А, ну, в общем-таки, тот же самый ответ. Ухо. В половину поменьше продаст пульки. Плюс 1,5 ка. Изи. Так, тут уже 4 перца. Тушили где-то. Ты пес. Дебил какой-то. Где ты? Все, пострелялся. Дурачок местный. Дом на болоте. О! И тайник рядом. Может, как раз он там, это? Тут тайник свой клэ ложил. Я его убил. Но аптечку 1000 рублей. Это возьмем. А, это можно продать. Стой. Хм. Плюс артефакт. А я бы так его не увидел бы здесь. Ха, странно. Ну все, сейчас пойду. С начальником поговорим. Если что, может быть, буду в такие вот домики заходить, может, там что-то будет. Так, пусто. Может, артефакты какие-нибудь найду. Пусто. Тут тоже пусто. Зачем замуровали вход в подвал? Непонятно. Здорово. Ты что, бежишь, что ли, еще до сих пор за мной? Уйди отсюда. А такое слышали? Иди свободно, на улице Бремак. 1,5 куска и 500. Ой, давай. Рота. Плюс нога. Уж ногу. Сам добывал. Так, наверху сразу чекнем. Наверху ничего нет. Завтрак туриста. Энергетики.
По поводу той проблемы при Сталкере, у нас тут куча проблем, по-моему, решить. Сюда отправили бармен, сказал, что какие-то неприятности с мутантами. Так и есть. Вылезли они, скорее всего, из подземной лаборатории, она здесь неподалеку. Поэтому мы заперли, хотя троих отличных бойцов, это не так спасло. Раздобудь противогаз, проникни на завод. Так, и будь другом, верник, пока триха, ребят. У меня есть лишний, так что держи. Если нужен будет еще один, то сходи в туннель к экологу. Мне кто-то точно должен быть. Противогаз плюс один. Хорошо, спасибо. Я верну тебе пока бойцов. Я думаю, мне хватит. А у меня шлем заслон, мне не поможет, что ли он? Зона. Да мы все теперь в зоне. Я без карты уже по ней, где хочешь. От звери. Стоп, я раньше играл, помню, они какой-то такой противогаз давали. Ты его одеваешь, нажимаешь, как используешь, и шел таймер его действия. Там минуты три, что ли, было. Ну-ка, чё? Чё-то есть, чё-то поправили? Дёме сказал, что можешь добыть мне противогаз. Да. Чё за противогаз такой дурацкий? У меня шлем заслон. Типа, мне пофиг же. Вот всё дело. Завод. Там будет много зверя, а у меня пуль. Как назло, мало. Я вообще мало. С ножа всех убивать или домики или обыскивать. Метрополитен. Хотя зачем я ему камень так продал? Ой, кровь ко мне, я бы лучше сахару бы отдал его. Только нашел тело и слышал мутантов неподалеку. Но ПДА нигде не видно. Черт, это были мои лучшие бойцы. Продолжай исследовать местность. Мне нужно знать, что с ними произошло. Не, реально ничего не было. Не было кое-что. Давай сохранимся. Пойдем далее. Ну, тут еще два трупика есть. Где обыщем? Найти три КПК, убить кровососов. А кровососы типа тут будут шастать. Окей, я тебя понял.
Вряд ли не хватит на всех патроны. Пушку бы тут куда-нибудь найти бы. Что, все ничего нету? А что там? Там вроде пусто, там ничего нет вроде. Фонарик меняем. А, ну, в общем-таки, здесь можно было войти. Вообще ничего. Тут как бы вообще 10 пуль. Макросус убивается с пуль 20. Это надо две обоймы заряжать. А урон у них разный, нет? Ой, у него побольше повреждений это будет. О, пульки. Плюс пульки. Ну, продам, ну, нормальное состояние у него. Так, это хорошо. Сохраняемся, бежим дальше. Сейчас подниму и заспавнится, да? Возможно, это моя последняя запись. Эти странные мутанты повсюду. Если ты это слушаешь, беги. Сейчас. Их ничто не остановит. Стоп. Что? Что это? Нет. Нет. Все, кровоточен. У него был обрез. Пусто. Еще там вышка наверху есть, и туда можно подняться. Вот тайничок. Но, увы. Ой, а пить-то у меня совсем нечего.
какой-то паркур, какие-то дела тут. Штаб-квартира долго. Сейчас сюда пойдем. Надо вот как-то. Ну-ка. Нет, я, наверное, не перепрыгну это все дело. Может, на дерево? Оп. Я помню, как-то на крышу поднимался, где-то вот тут лестница, да-да-да. Вот, все верно. Может, что-то есть. В итоге что-то лежит. Во, да-да-да-да, я сюда так залетал. Я там вот проходил. Тут еще трубчик должен быть, да. Все верно. Ну-ка. Мне хана будет или что? От этого газа. Пусто, вообще ничего нету. Попробую тут что-то найти. Я тогда раньше здесь не каждое место обыскивал. Оно что-то тут все не выветривается, все это дело. Че тут? Чего? Тоже, в принципе, пусто. Погоди, погоди ты, успею вниз сходить. Вот он, КПК, в общем-таки. Он тут должен будет потом кровосводить, да, спавниться. Помню точно. И он вроде не один туда спавнится. А я вроде в окно потом прыгал. А я мог сразу сюда выйти и к трупу пройти. Ничего, нормально так. Вообще ничего не видно. Вообще. Вообще пусто. Лестница. Тут, а, тут я был, точно. Так. Тут двери не открываются. Ничего не открывается. СВДшка. Ух ты ж. Ну, я возьму патроны, вот это вот. Если кто-нибудь получит это сообщение... На нас напали неизвестные существа. А? Я спрятал кое-какие припасы недалеко от бара. Если соберетесь оттуда, у вас будет шанс на спасение. Код 437. Я не знаю, как долго я продержусь. Дышать не могу. А вон бежит. А все что ли? А где ты? Все. А, ты провалился? Нифига себе ты. Мощно, мощно. Ну все же, я хочу тут еще побегать. Посмотреть, что тут есть. Ух ты ж. Явно я еду отсюда бы не ел. А чё я на перегрузе-то?
Выкидываю это все дело. Тайник. Я столько тайников нашел. Я тут сам найти Чернобыля с своими тайниками. Не то, что Зою Припяти. Да ладно тебе, дай побегу еще. Я нашел только две обоймы. Все, больше ничего я вроде не находил тут. Только побегать, чтобы найти только две обоймы, что ли? Тут две обоймы и два тайника где-то лежат. И все. А, или один вообще. Один вроде. Больше тут нету ничего. Вот это место зачем? Типа красиво, но тут пусто. Тут ничего нет. Ни тайников, ничего. Ну залезай ты, толстый. Эй, толстый, ту-ту-ту. Тихо, тихо, тихо. Может, торт найду. И, кстати, туман пропал. И сколько всего изучил кровососов? Так, там получается два в здании было, один в начале и один, значит, вот четыре. Четыре КБК должно было быть и четыре кровососа. Чего я быстро устаю, я не могу понять. Да все, да хватит агриться. Да, вот твой КПК. Мы с тобой не договорились насчет чего? Насчет лабы. Да стой ты. О, лукасай даем. Найти водку и прицел. Фонарик. Кровососов. Плюс 5К. Да блин, задрали. Вон ты на один нормальный. Черт. Не играешься ни на кого. О, а продал за 600, покупаю за 4500. Отлично. Да ты дебил. Успокойся. Он там что-то дал. Че там? Насчет лабы. Она заперта на ключ. Так, я должен попасть внутрь, поэтому мне нужен этот самый ключ. Где его получить? А, находилась в углу этих мутантов. Ну, к черту формальности. Если ты сейчас спустишь здесь, если не буду задать вопрос, я закрою на все глаза. Ключ обычно товарища Петренко. Внутри тела гнезда этих тварей. Еще там живет какое-то странное существо. Что вроде короля кровососов. Если ты правда спустишься, будет добр. Отправь его в роду в самое пекло. Да, так ладно, теперь ты можешь спускаться. Спасибо, здравия желаю. Ну что, зачистим? С такими-то количеством патронов-то. Каждый день так зачем мутантов?
на F6. Побежали. Прямого перехода нет, придется там через дворы как-то идти. Может, арт найду все-таки. Что здесь будет? Ничего. Да, тут где-то будет дырка, я помню. Это что, артефакт? Там сейчас будут куштанчики. Тушканчики. Или снорки. Или не будет тут никого. Че-то я забыл. Е-е-е. Спускаемся в лабу. У-ху. Я не помню, что это за лаба так даже, кстати. Большая она, нет. Тихо вы, потому да, да тихо ты, торчок. Пусто, 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 пусто. Охренеть. Ну, нормально. Быстро вычищаются. 6-7 пуль. Хотя там некоторые в голову спрятали. Надо пули как-то поэкономней, то не бесконечные. Да, 7 пуль ровно на одного кровососа. Их я уже убил. Еще раз сохраняемся. Вот это я отсюда вот пришел вроде как раз, да? Да, я отсюда как раз пришел. Ну,
Но еще на 4 кровососов у меня вроде есть пульки. Сообщение для персонала. Атаки мутантов участились, поэтому я был вынужден запереть двери. 45-26. Да, возьмем. Вместо вот этого ставим сюда 4 пульки. Пожалуйста, только не клинь. Я тебя прошу. Что-то там 45-26. Ой. Пусто, вообще ничего нет тут. А, тут сам пароль. Кроссоса показали. Или чё? Ну, вроде... Все, я вроде тут все зачистил. КПК, а что на потерян предмет? В смысле потерян? В смысле потерян? Странно. Не убивается. А, тут еще. А, все, я всех кровососов зачистил. Отлично. И вот тупо ни хрена. Ни хрена с этих коробок не выпадает. Ну если что, еще на одного кровососа пульки есть. И да, вот это надо перезарядить. То вдруг заклинит.
Че, в смысле? Износ уже? О, офигеть. Ну да, тут износ будет побыстрее идти. Ресурс 420 пуль. 42 обоймы. Ну да, это быстро. Че, сходим до командования? Скажем то, что мы все зачистили. Может, он что-то даст интересное. Или кому идти, я не знаю даже. К Велесу далеко. Что-то нет, до него неохота идти. Энергетик пьем. Тебя можно похавать. Энергетик убить. Руки заняты. Даешь ты все? Я думаю, будет сложнее намного. Чего? Все, они сюда переселились? Ремонтник. Ха. Здорово. А что за ремонтник-то? Один какой-то. А, не, трое. Ты кто? Слышал, занимаешься ремонтом? Да. Почини кое-что мне. 3000? Да ты охренел. А это сколько бы стоит? 7? О, это вообще миллион, да? Ну, конечно. Давай хотя бы вот это почини мне. Вот это. 12 косарей. Да. Покупает. Радиопротекторы не нужны, псиплакаты расставлю. Ну здорово, тут хотя бы кто-то есть. Привезли документы Велесу. Я не помню, что вот это задание. Найти документ Лисидора. Военные собрали не все документации. Вообще к чему? Что за задание такое? Ой, и тут уже народ есть. Ну-ка, надо тут посмотреть. Первый спит. Я знаю, если вот так встать, в голове нажать, то он проснется. Девять тридцать девять, а у тебя какие-то патроны не те. Подгрызу-то. Странно. Выше надо было тогда подниматься. Может, просто у кого-то пули будет. Я смогу обменяться, если что. Не-не-не, дробовик у меня коцанный. Это ты тут? А, вот
Стоп, один из них упал. А. Упал, я думал, это тоже кровосос. Демин, это вот он был. Значит, мне ничего не говорит. Ничего у вас нету интересного. Разбежавшись, прыгнув со скалы. Вообще, я хотел у него вот сначала купить. Так, добегу до этих, до ученых, может, они что скажут. Вот тут будет кабан, он был. За мной бежит. В смысле ты меня догнал? Ты чё, пёс? Иди сюда. Вон ты ещё там трое. А это кто? Всё заколочено. Как вы туда пробрались? Они явно в здании находятся. Тут что ли? А, я, значит, зачистил территорию от кровососов, и вы сюда приперлись. Ну, вы умные ребята, конечно. О, птичка такая обычная. Самое интересное, тут вообще, у меня тут тайников даже нет никаких. Один тайник был, тут бандита местного. Ну, стоим бы. Привет, бесстрашного сталкера. Мы уже не отрезвали оставляющий газ, поэтому в том здании сейчас безопасно. Все. А противогаз никто не покупает, хотя он весит 4 килограмма. Вместе. Что мне с этим делать? А в смысле, если я их... Так кто-то будет все равно покупать этот противогаз. Ты купишь? Не интересуется. Ля, а что он долгает так-то? Четыре. А это эти. Чё ты тут спавнишься? У меня пуль на вас уже нету. Сейчас бац. И новый тайник. Со мной 4. Тут еще один какой-то. Тут еще один бандит, что ли, образовался. Двое. Да ёп. Все. Пуль нету.
Ну, у меня вообще пуль, все, нету, кончились. Кончились пульки, у меня одна пуля осталась. Могу выбросить. Ладно, еще немного есть. Я сейчас появлюсь на Ниагара Про, могу к этому тогда. Ну-ка. Где там я? Вот я вот так пойду. Непонятно куда и как. Я пойду здесь, на стройплощадку. На фабрику, на янтарь. Могу с янтаря. Могу до круглого. Не, до круглого я не пойду сейчас. Для группировки грех. Они там такие явно не будут продавать. Да янтарь. Норвежские склады. Да радар. Большое болото. Ой, я запутался. Так, ну я сейчас погнал до этого, до Сахарова. До 100%. А я могу так-то прийти на вторую площадку, там все поискать, посмотреть. Может, каких-нибудь пацанов встречу. Может, предложат что-нибудь. Предлагут.